Привет всем, мы вышли с дочкой в Бешикташ. Смотрите, какое здесь движение. Улочки такие прекрасные. Какой? Вот это. Ну иди посмотри, мы с дочкой прошли, смотрите, Бешикташ. Людей очень много сегодня, по-моему, 22 февраля. Но я не знаю, когда эти видео выходить будут, потому что я так по чуть-чуть снимаю, где вот это. Смотрите, какие у них интересные улочки. Топики, топики. Уже на лето девочки смотрят. Ну, не знаю, это все дешевое. Ну вот, 55 лир эти топики, 50 такие цены. Ну, как бы хорошие есть вещи, да. Мне интересно улочки посмотреть. Нам вот туда прямо, мы сейчас к Босфору пойдем отдыхать. О, ЭВ магазин нашла, косметический. Там мне надо маску посмотреть для лица. Говорила мне подруга Оленька, привет, будешь видеть, что только в этом ЭВ есть. Я его сейчас случайно... Как хорошо, когда ты работаешь блогером, да? Ты вот, ну, случайно, где бы... Я 100 раз здесь мимо проходила, никогда не находила. Сейчас увидела. Смотрите, сколько людей. Кушает на улице, продает. Рыбку, базар. Это в Бешикташе. Ой, какие чаечки надо мной. Так, а куда моя дочка девалась? А? Погода сегодня очень шикарная. Моя дочь проголодалась. Мы никак к Босфору не дойдем. Все магазины обходили. Смотрите. Вкусно очень, везде все продают, всякую разную еду. Не знаю, что моя доченька хочет. Здесь все нарисовано, можете, кто не понимает, можете показать. Смотрите, как женщина делает этот гозлеме. Ой, оно такое большое, мы вдвоем будем кушать. Смотри, дочь. Йок. Бабушка делает. Я тоже ее снимаю. Смотри, какое большое. Вот она так жарит, представляете, тесто, ну, видно, уже готовое у нее есть. Ну, есть разные начинки, можно с мясом, шпината, я себе вот такая, у них печка, это, наверное, газовая. Потому что я себе... Пакет, ну, сэр, да, да, пакет. Пакет. Эвет, эвет. Смотрите, какое оно вкусное получилось. Это такое гузлеме большое, у нас 18 лир, это будет... Где-то, считайте, около $3, даже меньше. Где-то 2,6. Сейчас меня в коробочку порежет и будем кушать на улице. По-другому не знаю, как кушать, где кушать. Я это 100 лет не кушала. Это моя любимая еда. Представляете, мне везде надо то, чтобы мяса не было. Смотрите, как он хорошо делает. Чай, Габи, тату просто вы. И сейчас покушаем. Вкусняшка моя. Ой, какой этот дым, как знаете, костер. Запах такой приятный. У меня аж слюнки текут. Да, это газ, но все равно приятный такой запах дыма. Видите, сейчас она мне в коробочку сложит, и я себе покушаю на здоровье. Потому что, смотрите, кафе, ну, нельзя даже садиться, их штрафуют. Поэтому придется, дочка где-то на улице место ищет, чтобы это покушать. Смотрите, мои друзья, как мы будем кушать. Вот так, на стульчике, потому что по-другому дочь уже кушает. Приятного аппетита. И нам тоже, потому что по-другому не получается, все закрыто. Солнышко такое. Мы пришли с дочкой на Босфор. В корабле работает людей очень много. Но, смотрите, ресторан, где мы всегда завтракали с дочкой. Все закрыто, видите, пусто. И вот здесь сколько мягких стульев было.
под мостом здесь, кафешки, ничего нету. Да, немножко не то. Как бы, да? Так, идем к Босфору. Смотрите, какая погода. 6 часов вечера. Сегодня понедельник, 22 февраля. Моя дочь обрадовалась, говорит, мама, сколько народу. Да, очень много. Но солнышко светит, не видно. Красотуня. Босфордик, боже, мое любимое местечко. Только смотрю, все, скамейки забиты. Где присесть нельзя, полиции. Очень много контроль. Видите? Людей полно, дочь. А куда мы присядем? Куда сесть, скажите? Нету, нету. Смотрите, как они сидят на бордюрчике. Прямо ноги свисают в этот Босфор. Я бы так не сидела. Во-первых, я бы на бетоне не сидела. Видите, народа сколько. Немного, ну как бы... Ой, медузы, Лиля, видишь медузы? Смотрите, сколько их есть. Вау, Лиля, смотри! Ты видишь, сколько много их есть? Смотрите, как девочки ноги списают. Не дай бог, кто-то толкнет сразу бабах. И так весь народ в длину. Летит прямо на этот... На дно. Сейчас, дочь. Моя дочка нашла Starbucks кофе. И смотрите, в очереди опять стоят. Боже, мы обошли все кругом. Смотрите оттуда, потому что она это очень кофе любит. Как бы говорила, что она его больше не будет покупать по 25 лир. Все равно на улице оно везде такие цены. Ой, мои друзья, это вообще... Я его не люблю, я не знаю, почему она так любит. Там сверху вижу цветочки, здесь их нету. Сверху есть вот туда, к нам домой. Видите, какое движение. А там сверху чуть-чуть вот этот Элдис Парк. Меня многие девочки спрашивали, ну не знаю, как вам объяснить. Я его проезжаю. Моя дочка ждет кофе вот в очереди, да? А я сегодня очень много пешком махнула, наверное, километров 8-9. Немного устала, честно говоря. Хоть покушали, но все равно чувствую себя какой-то такой вялой. Сейчас бы мне кроваточку отдохнуть бы. Не знаю, мои друзья, еще походим, но она молодая, энергии очень много, а у меня ее нет. Силы. Меня спрашивала там сверху этот Элдес Парк. Ну, короче, вот в эту сторону вы заходите. Смотрите, анютинец. Глазки вот эти желтые с белым, их много насажено. Но такие у нас пробки, что это ужас. Говорю, там вот парк. Это как бы, ну, я не знаю, сколько мы сейчас на такси едем. Очень большие пробки. Вообще с ума можно сойти, смотреть. Ползем. С дочей давно уже не были в этом Зорло магазине, торговом центре. Смотрите издалека, какой он огромный. Это и отели. Какой он большой, когда светится все красное. Да? Как бы ее снять. Блин. Спускаемся вниз, не видно будет. Смотрите, на стенах какие фигнюшки, цветочки, дочь. Это я с такси вышла. Смотрите, что творится дома. Это у нас Шишли. Видите, какой дурдом. И народа полно, пробки. Вышли с такси, дочка поехала в этот Джавахир, а меня Кемаль ждет. Мне пришлось выйти, потому что это вообще мы ползли. Видите, какой у нас дурдом. Наша улочка. Вот где все светится, прямо я живу. Не скучно. Да, дурдом, но не скучно, мои друзья. Здесь всегда полно народа, всегда весело. Видите, какие у нас улочки. Все продают. Это нашу улочку, а вот это где базар, в эту сторону. Ну, мне нравится, я привыкла здесь. Не знаю, как будет, где будем, что будет.
Вот Трамп отсюда видно. Ну, мне нравится. Конечно, вот этот дурдом мне нравится. Поэтому я хожу пешком. Стараюсь на такси не ездить, мои друзья. Привет, друзья. Вышла я прогуляться. У нас дома, мои хорошие. У нас, как обычно, дурдом. Трафик сумасшедший, много народа, что делать. Вечер, 7 часов вечера, я вышла прогуляться. Представляете? Вечером, часика два погуляю. Когда отменят вот этот хейс-код, всегда в очереди надо стоять. Хоть мало сейчас. Видите? Мой любимый магазин. Пиджамочку, эсочка, но мне видно, надо эмочку взять. Смотрите, какое качество. Оша марка. Штаны я знаю, у меня эмка или эска пиджама. Это надо побольше взять. Я разные цвета взяла, сейчас буду мерить. Мерила такую блузочку летнюю, смотрите, очень легкая. Вот эту я себе беру, я уже их много купила, марка Ошо. Пиджама мне не очень понравилась. Что я хочу? Цвет такой приятный на... Ой, как его снять на пуговички здесь. Ну, что хочу вам сказать. Меня многие спрашивали марки Ошо, вот штаны, как у меня, да. Сейчас я синие мерила. Не очень хорошо они на мне. Знаете, что я вам хочу сказать? Скидки нету. Вот такие новые модели 330 лир. Со скидками размеров нету 270-269. Ну, короче, не знаю, мои друзья. Это, короче, я беру блузочка, эсточка, мои друзья. Опять между машинами будем идти смотреть. Круто? Ой, как пройти, не знаю. Ой, что это? Смотрите, на секундочку вам покажу такой дурдом. Представьте себе, мы между машинами ползли. Бегаем, вот. Эти, так красные же, что за херня? Еще раз, мои друзья, у меня будет видео микс по чуть-чуть разное, понимаете, потому что я как получается, так выкладываю кусочками. Это что мне все по ногам стучат? Это самое, кусочками выкладываю, мои друзья, и вот собираю, потом выставляю, потому что у меня нет времени, да и охоты нету, считайте, это самое, сидеть в этом ютубе, жить в прекрасном городе, в Стамбуле, есть много... Чего позитивного, другого, интересного, я буду, знаете, сидеть и убивать все свое время в интернете. Не тут уж было. Ну, короче, поставлю вам такие видео микс. А сейчас я чуть-чуть переключу камеру. Посмотрите, здесь вот такие скамеечки. Это все центр. Поэтому парков здесь трудно найти, потому что здесь... Все бетон, я всегда говорила. Смотрите, какие у нас пробки. Сейчас где-то 2 часа обед. Пятница, 26, по-моему, февраля. Видите, в одну другую сторону. То это светлофор, где я перехожу дорогу. Вот автобус туда едет. Да, на мосту везде. Здесь ужасные пробки. Смотрите, в ту сторону. Поэтому мне говорят, что здесь плохо. С одной стороны, да. Но смотрите, метро. Вот видите, на этой стороне. Через дорогу перейти. И смотрите, прямо под носом. Вот. Лифт работает, вот, эскалатор, где вы что хотите. Вот в эту сторону, мои хорошие, автобусы. Куда хотите, добирайтесь. Я хожу обычно вот в эту сторону, Бешикташ, пешком, можно на автобусе. Вот эта стена, это метробусы рядом, вот. Что дорога в Беликтузу, вот это, потом Кадикой, вот это прямые метробусы, дорога. Вот они сверху летают через этот мост. Поэтому я говорю, здесь очень удобно, мои друзья. Ну, трафик ужасно, конечно. Лучше пешком ходить, как я хожу. Но здесь я живу, это все близко. Понимаете, как бы, если бы пришлось на машине, на такси, это нереально. Мы сколько раз ездили с дочкой, у меня нервы сдают, я выхожу из машины, из такси, потому что мы просто вот... Чуть-чуть проедут и ползут, понимаете? Это еще 2 часа. А вы представьте себе, после 6 вечера, что здесь творится. Ну, моих видео есть, даже пройти не можем, что иногда бывает. Видите, люди какие раздетые. Я вот смотрю, я курточку одела, надо снимать. Или легкую пойти переодеть, пока я еще близко возле дома, не знаю. Ну, короче,
такая у нас там более красота, теплота. Я не знаю, сколько тепла, понимаете, как бы не смотрела, но смотрю, что кто-то есть, что даже в кофточках, в платьях ходит, снимает кофточки, на руках носит. Ну, не знаю, мои друзья. Нашлась, мои друзья, такая повилка. И нашла тенек, такой парк. Потому что это тело вся этого Смандея. Я люблю очень гулять, много смотреть. Сейчас смотрю мои магазины здесь. Я люблю очень смотреть, ну, естественно, когда есть акции и пенсии. Они здесь, в Смандее. Их много в этом районе, в центре есть. Я не знаю, мы с дочкой Мишанки, что зайду на сегодня там. Посмотрю. Люблю эти марки Ошо, но Ошо только в Мишанташи и в Дживахири, их больше нет. На таком расстоянии, считайте, я думаю, что два эти только магазинчика есть, больше их нет. Видите, какой дом, иду к Анжелке на работу, возле этих магазинов, да? Это вообще, иду к Анжелке, чтобы мне перевела моя сладкая, себе набрала разных средств для ухода за лицом, волосами, и чтобы мне объяснила, эти, что здесь творится, пипец какой. Это да, движение, шмотки такие классные, я стараюсь в магазине не ходить, бо все время что-то покупаю. Я в отделке на работе, меня многие спрашивали, где находятся вот эти курточки. Ну, я вам могу адрес написать. Мужская одежда, вот она. Магазин Курали. Мне многие спрашивали, друзья, но не знаю, как вам объяснить. Вот она. Друзья, вот в магазине эти мужские курточки, они оптовые цены. По-моему, одну нельзя. Ну, не знаю, скину вам потом Анжелке телефон, она здесь работает, если что, через нее, мои друзья. Вот этот магазин, моя дочь пришла сюда, маску можешь снять, мы в магазине, этот марка Корелли, мои друзья. Видите, это марочка, это я. Короче, вот такие здесь вещи. Вы многие спрашивали про эти марки. Если что, я вам скину Анжелы телефон.